место не мы выбирали, наши предки выбирали. И есть даже такое сказание, что большой йорт создавали, сложив камни, все воины, там, охотники приезжали, складывали эту гору. А вот малый йорт, те, кто пришел с войны, те, кто с охоты вернулся, они складывали малую гору. Во-первых, надо знать родной язык свой, бурятский, и знать свои традиции, обычаи, и также других народов тоже надо знать, надо стараться. И петь, для этого конкурса надо уметь, и знать обряды традиционные бурятские. Итак, поздравляем Сергея Волкова. Мы видим всех достойных у Волкова Сергея. Только мужики. Знаю, я просто с обычного лука не стрелял. А вот с этого лука нужно прицелиться нормально, ну, прицел поставить удобный тебе и натянуть прямо до подбородка, вот отсюда. И, ну, локоть, чтобы еще выше был. Да и все. В принципе, здесь ничего сложного нету, просто нужно сосредоточиться и выпустить на дыхание. Скорее всего, от лошади, наверное, и настрой человека, она же тоже чувствует, все передается. Ну и настраивается тоже, я сам же хожу настраиваться, и лошадь настраивается. Ну и, соответственно, все от кормов, от тренировки зависит. The most what impressed me is how many different animals we see here and sheep cutting. Главный критерий, по которым оценивается стрижка овец, это скорость, за которую должны постричь овцу. Базовое время для оценки – это 3 минуты. Вот прибавка к этой минуте, к 3 минутам уже как бы начисляются штрафные баллы. Сколько? 1,5 килограмма, да? А? Создал свой стиль игры на Мариинхоре, не то, что создал, как говорится, вспомнил хорошо забытое. Бурятский стиль игры развиваю, он очень простой. В принципе, как и на всех алтайских, среднеазиатских инструментах. Ну и как на гитаре, в принципе, аккорды, как пятая, шестая струна здесь. Любому гитаристу можно научиться за 2 часа. Рассказывал нам о том, что фарш готовится, получается, из говядины. Все на ваш вкус. Ну, я думаю, как я уже говорил, у каждого бузы получится индивидуальные. Я так правильно ведь? Делаю, да? Но... То есть по старому обычаю вы делаете? Да. Все впереди. Ну, я скажу, первая буза, она не такая плохая, она довольно-таки...